Проверок меньше, нарушений больше. Количество выявленного фальсификата на полках российских магазинов выросло почти на четверть. 24%, если быть точным. Грешат все – мясные комбинаты, производители игрушек, фермеры. Но чаще остальных – производители молока. Они, к примеру, частенько выдают сырный продукт за сыр. Бурый цвет фальсификата и бурный рост фальсификата связывают с двумя причинами. Первое – это снижение количества проверок. Например, Роспотребнадзор уменьшил их на 17%. Вторая причина – в уменьшении доходов населения, после чего вырос спрос на дешевые продукты. Больше всего нарушений в Свердловской и Кемеровской областях, в Якутии, Краснодарском крае, в Москве и Санкт-Петербурге.